Здравствуйте, вы смотрите программу «Городская среда». Сегодняшний эфир хочу начать народным афоризмом. С такими тарифами за коммунальные услуги на ЖЭК, не просто ЖЭК, а ЖЭК-потрошитель. Наша редакция получает письма от телезрителей, помочь им разобраться в том, что творится в сегодняшней тарифной политике городских властей и за что горожанам приходится платить. Помогут нам в этом муниципальный советник от партии социалистов Республики Молдова Виталий Мукан и экономический эксперт Сергей Унгурян. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если уже сразу, так сказать, быка за рога, я хочу озвучить одно из писем, которое к нам пришло. То уже, уважаемый журналист, убедительно просим включить в одну из ваших программ вопрос, сохраняю, так сказать, текст в оригинале. Незаконный взимаемый АП-канал плате за воду, так называемая квота партии. Вот уже 9 месяцев, как в квитанциях от Инфокома, наряду с оплатой по показаниям водомера, включается непонятная статья квота партии, по которой расход воды порой превышает реальный по показаниям домашних водомеров. Откуда и на основании каких расчетов берутся вот эти дополнительные поборы? Это вопрос телезрителя. Здесь, мне кажется, надо разобраться или помочь им разобраться в том, что такое вот эта квота партии, откуда берутся вот эти расчеты. И, наверное, не просто помочь, а, может быть, даже и подсказать, как вот уменьшить вот эти цифры для того, чтобы сберечь семейный бюджет. Вот. С кого начнем? Кому удобнее? Ну, давайте тогда, если с технической части, может, потом я какую-то юридическую часть данного вопроса скажет нам господин советник, но теоретически есть такое понятие, как квота партии, которое они ставят. Это те потери, которые есть по зданию. Например, разница между счетчиками каждого из жильцов, суммой счетчиков, и счетчика общего по зданию. Обычно это такое бывает, ну, скажем, погрешность такая, потому что каждый счетчик, он имеет свою погрешность. То есть, если очень тихонько открыть кран, вот скажем так, технически, то он может не крутиться. И таким образом, если делают это многие из жильцов, то каждый маленький счетчик крутится. Это мы сейчас подсказываем? Ну, это мы говорим технически, как это происходит. Я или, понял. Например, есть где-то прорыв по зданию, и та вода, ну это до квартиры, до счетчика квартирного какого-то, то тогда вот та утекшая вода, скажем так, теоретически, она была сосчитана главным счетчиком по зданию или по комплексу здания, если там такое стоит, и, но не входит ни в один счетчик, ни в один водомер, который есть у каждой из квартир. Вот теоретически из чего состоят вот эти квота-партии от этих квартир. Но эта квота-партия, она не может не как превышать или приближаться даже к той отметке, которая есть по уже по употребленной воды. Здесь есть еще один нюанс, что иногда, то есть и думаю, что здесь тоже так делает наш Инфоком или АП-канал, включает вот в эту воду и расходы по канализации. И тем самым они объясняют, потому что однажды они как бы пытаются объяснить таким образом, что здесь та вода, которую вы потребили, теоретически она тоже ушла в канализацию в той или иной форме, плюс еще некоторые потери. И тогда может теоретически превышать вот эти расходы. Но это должно быть транспарентно, должно быть очень конкретно показано, с чего они состоят. Потому что в тех квитанциях, которые приходят, и в тех объяснениях, которые дают на данный момент наш оператор, он не объясняет, и эти цифры не видны. То есть, если это только потери по зданию, то они во всяком случае должны быть очень маленькими и должны бы распределяться по определенным критериям, скажем так, если человек, например, за один месяц потребил 1 куб воды, а кто-то потребил 15 кубов воды, то и вот это распределение потерь должно быть пропорционально, а не просто так, не знаю, по каким другим меркам. Ну, я почему-то думаю, что вот эту разницу делят в равной степени на всех проживающих, или там, жильцов, то есть, или пользователей, да, этой услуги в том или ином здании. Ведь смотрите, как пишут телезрители, задают вопрос, это мы должны платить за воду, которая постоянно течет из гнилых магистральных трубопроводов, или руководство по каналу не хватает пару миллионов на обустройство своих кабинетов. То есть они каждый, наверное, прикидывает или подсчитывает, сколько всего вот это, допустим, разница составляет, и, видимо, немалые цифры. Очень немалые даже, потому что мы должны понимать одну очень простую вещь, что каждый прорыв, который мы видим во дворе, который мы видим по дороге, где-то там прорвал трубу и течет, и мы проходим мимо, мы должны понимать, что это наши деньги, потому что все равно, в конце концов, это как-то ляжет в наш тариф, потому что поставщик, он всегда эти потери как-то вымет. Это та самая квота партии, которая и потом придет тоже нам потом в счете, в квоту, да? партии. Да, хочу начать с того, что неоднократно обращаются к нам жители Кишинева, в основном пенсионеры, которым сложно это все оплачивать, на плечи которых ложится большой груз коммунальных платежей. Значит, они экономят
сегодня до невозможности. Они не включают свет, не включают воду. И вот на 1-2 куба, которые они используют за месяц, им код апарты приходит там 4, 5, 6 кубов. Мы видели эти фактуры, что действительно так. Мы пытались что-то изменить, но то, что телезритель писал, то, что незаконно, значит, они все предусмотрели, они сделали это законно. Это, то есть они подстраховались это определенными подзаконными актами. Да, это однозначно, что это недопустимо. И дальше мы, может, поговорим и объясним, как этого всего избежать. Но на сегодняшний день есть два акта. Есть закон 303, который был принят в 2013 году, когда начали приходить квота партии, но потом перед выборами это было парламентскими, и они отменили на какое-то время. Ну что значит отменили? Они должны были принять и регламент по снятию, по начислению этой квота партии, и поэтому они подождали, пока ANRI приняла хоторире номер 207, решение номер 271, сейчас в 2015 году, в конце года, и согласно этому решению, согласно закону 303, они имеют право законное, не моральное, еще раз говорю, то есть мы против этого, мы считаем это недопустимо и неправильным, но закон, с точки зрения закона, они имеют право устанавливать эту квоту. Ну, это узаконенный, ну, не знаю, узаконенный грабеж или узаконенное покрытие технических потерь. Вот что на самом деле? Это узаконенное воровство, это узаконенное, они залазят в карман каждому жителю. То есть там не технические потери, чтобы вы правильно понимали, потери, вот, эксперт скажет вам, что потери 5-10%, это не такие большие потери. Даже учитывая то, что, вот к примеру, да, прорвала труба, она течет 3 дня. Из-за чего она течет 3 дня? Из-за того, что АП-канал, дежурная машина, в конце концов через сутки, да, она выезжает, поздно выезжает, не вовремя. Да. Причем самое интересное, что ANRI принял в регламенте, что в течение 4 часов они должны устранять все аварии. И они выезжают через сутки, приезжают, разрывают там, видят, в чем причина, заказывают необходимые материалы на складе. На складе, ввиду того, что нет денег, нету материалов, склад заказывает в магазине, проходит еще 2 дня, пока они это все меняют, 3 дня вода течет. Это потери. То есть это потери технические или это потери по ввиду того, что менеджмент неправильный у предприятия. То есть они свои ошибки, свои вот эти несостоятельности свои, они перекладывают людям, гражданам на плечи. Ведь легко понять и, так сказать, возмущение горожан, когда понимаешь, что ты использовал, ну, какой-то мизер твоей воды, а тебе приходит счет, как будто ты, так сказать, содержишь еще 2 или 3 квартиры со всеми открытыми кранами. А можно ли тем или иным образом изменить ситуацию и, ну, не знаю, ну, представим себе, жители что требуют, чтобы все потери воды по каналам, все вот эти протечки в трубах, то, что мы видим практически каждый день на наших улицах, не в одном месте, так в другом появляется, так сказать, появляется небольшая река водопроводной воды. И вот предположим, что они будут, то есть жители платят только по своему счетчику. А все эти потери по каналу ложатся только лишь на бюджет по каналу. Не случится ли так, что, ну, предприятие обанкротится? Ну, во-первых, это один из возможных сценариев, но везде мы найдем такую статью, то есть во всех услугах, что есть определенные потери, которые нормированы. То есть должна быть, давайте сделаем определенную норму для АП-канала, что вот есть по норме, разрешается столько-то. Но если это будет больше нормы из-за плохого менеджмента, из-за того, что у вас нет таких своевременных материалов, что у вас нет, например, плана по развитию, плана по... Или, например, нет элементарных, скажем так, сейчас уже есть электронные возможности, где поставить везде... заметить, что где-то есть прорыв, то есть там постоянно течет определенный поток воды. То есть нужно, чтобы сразу определить, чтобы не через 2 дня, чтобы когда прошла машина или кто-то позвонил, но и они своевременно, например, за 1 час или за полчаса узнали, что вот на определенном секторе есть прорыв, и чтобы кто-то пошел быстро туда и посмотрел, что да как. То есть есть определенные технические возможности, которые, даже скажем так, они не очень-то дорогие сейчас, можно инвестировать, но это уже исключит определенные потери в будущем. То есть давайте, то есть мы не можем все эти потери сразу же
исключительно сказать им, что все, эти потери только на ваши плечи. Потому что да, мы, к сожалению, мы дойдем до такой ситуации, что АПК-канал как предприятие может обанкротиться. И это реально, потому что у нас в Молдове так сложилась ситуация, что с технической точки зрения у нас очень многие проблемы. Проблемы не только у АПК-канал, но, скажем, и у других поставщиков, у той же Фенозы, Термоком и так далее. Но здесь мы должны подходить уже с разумной точки зрения. Давайте, у нас есть проблема. Эта проблема, вот жители нам говорят, что они недовольны, и просто закрывать глаза нельзя. Нужно, давайте посмотрим, сделаем план, представим им, что вот у нас проблема, мы хотя бы услышали проблему, как поставщик, и эту проблему будем решать, но поэтапно. И вот эти вот есть этапы, и вот на основе законов, закон тоже, но ставить определенные лимиты. Но то, чтобы, например, если человек употребил там 2 куба воды, и ему пришло еще вот этот котапарт еще в 2-3 раза больше, или, скажем, тот же самый, то это как-то неправильно. Вот хотя бы здесь должна быть транспарентность, как вот это все формируется, чтобы человек, когда платит эти деньги, он хотя бы понимал, что есть какие-то, знаете, расчеты или есть какие-то меры, которые говорят, что вот это правильно или это не очень-то правильно, но чтобы было транспарентно и понятно хотя бы. Виталий, вот что я услышал, что предлагается, есть вариант, когда акцент будет поставлен на ответственность менеджмента АПК-канала. То есть, да, есть норма, в рамках этой нормы определенные потери. Свыше, конечно, уже это все ложится на бюджет АПК-канала. Но почему сегодня такой беспредел? Потому что, смотрите, все потери на плечи потребителя перекладываются. Ведь мне, например, рядовому горожанину, кажется, было бы правильно, что, например, разделить эту ответственность. Да, я соглашаюсь с тем, что оплачиваю за потребленную воду и позволяю, допустим, в рамках определенной, там, не знаю, там, какой-то нормы, да, делить потери АПК-канала и со своим семейным бюджетом. И мне, ну, наверное, и мировая практика где-то рядом находится. Ну, да, значит, по поводу транспарентности мы неоднократно просили, требовали и пытались провести аудит на предприятии. Но в рамках муниципального совета мы так и не получилось у нас провести этот аудит. То есть не было нужной поддержки, количества голосов? Нет, дело в том, что там замкнутый круг, получается, примария покрывает АПК-канал, именно структуры примарии. Для того, чтобы провести аудит, проаудит должны провести, опять же... Независимые или нет? Нет, эти отделы примарии. Опять же, примария должна провести аудит. Но примария и так каждый год в декабре, когда там раз в год, проводит инвентаризацию. То есть они знают прекрасно о том состоянии, что творится в этом. Но мы видим, и вот у нас не получается это... Сейчас эти предприятия, они, получается, там каждый царек у себя, и все, и никто туда не может это. Мы попытались влезть в это, появился закон о муниципе, о статусе муниципия Кишинева, для того, чтобы мы не могли, не имели давления на этих руководителей предприятий, на этих... Также есть административный совет, куда входят, опять же, представители примарии, и мы не знаем, что там творится. Они что-то там выбирают, голосуют, убирают директоров, а потом мы по телевизору узнаем, что, оказывается, там на складах тонны краски, на миллион или там это дорогостоящие просроченные дорогостоящие ремонты. И самое интересное, что мы по отчетам видим дорогостоящие ремонты, но де-факто вы давно видели, чтобы меняли трассы, эти водопроводы по городу? Я видел только ремонтные бригады. В том-то и дело. Ремонтные бригады, которые как пожарники приезжают и ремонтируют то, что это. И опять же, ремонт, много вопросов по ремонту, там, как они это делают. Сколько длится? Да. Надо... Единственное, что я вижу, что мы видим, то есть мы же, люди к нам обращаются, мы им что-то должны советовать, что-то это. Мы попытались прийти к тому, чтобы АПК-канал, как минимум, то есть мы вообще все предприятия, все коммунальные платежи, которые мы, чтобы были непосредственные контракты между поставщиком и потребителем. АПК-канал от этого открещивается, мы не готовы, им легче. Вот эти все потери перекладывать на плечи жильцов, на наши с вами плечи, и все, и спокойно себе покупать там, тратить деньги. Да, видимо, образуется большая прибыль, если остаются еще деньги на приобретение. Да, потому что как только начнут заключать договора, прямые договора поставщик с потребителем, тогда уже потери по трассе
Мне нужно будет либо включать тариф, а уже включать тариф это уже видно. Мы видели сейчас и по ТЭЦу, по теплу мы подключались в Андрее и показывали людям, что они включают в тариф. Так же самое и по воде. Поэтому там уже возникает много вопросов, как это все. А пока вот такой хаос и никто не хочет наводить порядок, то так и получается. Я так понимаю, что чиновники живут неплохо на фоне еще и такого момента, как появление меморандума с Международным валютным фондом, где одно из несколько условий из тех 16, которые были выставлены МВФ, есть условия, касающиеся энергетического сектора. Там говорится, ну, учитывая накопленное количество больших долгов, главным приоритетом на краткосрочную перспективу является восстановление финансовой жизнеспособности энергетических компаний. Это значит, что в ближайшие 3 года, возможно, тарифы начнут расти? Ну, это я как следствие для себя очень представляю. Очень возможно даже. Потому как именно это и предусматривает вот данный пункт, чтобы довести тарифы до тех, чтобы покрыть расходы энергопредприятий. Но у нас в этом случае получается именно то, что тарифы вырастут. Из чего это следует? Из того, что у нас образовались определенные долги, определенные финансовые потери из-за разниц курса, из-за, скажем так, из-за кражи века, почему не сказать прямо. И вот эти потери, они сейчас для Union Finose это примерно 1,8 миллиардов лей, и для других компаний тоже немалые суммы. И вот эти потери, они должны как-то войти в тариф. И или их покроет правительство из каких-то других средств, или они точно войдут. То есть в этом случае ожидается вот это повышение тарифа. И, конечно же, как мотивация для них будет, ну, что есть определенные потери, и с ними нужно что-то делать. Но как образовались эти потери, и что было до этого, какие были транспарентные или нетранспарентные тарифы до этого, вот здесь мы вопрос почему-то не ставим, или не ставятся на уровне правительства. Но мы должны смотреть на проблему в общем плане и видеть всю картину происходящего. Потому что таким образом получится, что мы переплачивали, например, за предыдущий период. Сейчас мы должны доплачивать, потому что компании, чтобы не имели никаких потерь. И опять же говорю, что нету транспарентности, этот закон, эти меморандумы, эти пункты должны были сначала быть обсуждены в обществе, должны были быть очень транспарентные дискуссии, дебаты насчет каждого из этих пунктов. Не просто, что вот их приняли и уже дали как данность нам. Ну, ответ на вопрос, почему не проводились таких обсуждений публичных, ну, очевиден, потому что тогда бы эти обсуждения заблокировали принятие бы вот этих вот пунктов. Ведь наверняка никто из горожан бы не проголосовал бы за то, чтобы тарифы росли в ближайшие 3 года. Потому, сами понимаете, нигде в программе правительства не написано, что в ближайшие 3 года зарплаты хотя бы тех же бюджетников увеличатся там в 3 или 4 раза. Так оно. Тем не менее. По поводу повышения тарифов, я, конечно, не хочу никого пугать, но это неминуемо будет. В любом случае, тарифы на электроэнергию, мое личное мнение, что после Нового года они попытаются на 30% повысить тарифы на электроэнергию. Чтобы компенсировать те потери, которые случились из-за кражи, конечно, финансовых средств из Нацбанка. То есть, чтобы телезрителям было понятно. Не напрямую влияет, например, кража того миллиарда. Из-за кражи миллиарда повысился курс. Из-за повышения курса закупочная цена старой, мы закупаем все энергоресурсы в валюте, курс вырос, из-за этого выросла себестоимость. Но опять же, вырастает себестоимость, но на себестоимость есть еще и расходы, которые ведутся, это краску покупают. Да, тариф был на том же уровне. Да, понимаете, и это. И в любом случае они повысят тариф для того, чтобы компенсировать те расходы и для того, чтобы компенсировать в будущем. Поэтому они и включают 30%. Дальше, опять же, я так вижу, мое личное мнение, что этот кредит, который мы берем, АП-канал берет сейчас... Это больше свыше 50 миллионов. Да, свыше 50 миллионов евро. Это огромнейшие деньги для реабилитации сектора, то есть АП-канал, СА АП-канал. Но в любом случае это кредит. Мы берем в долг эти деньги, потому что везде, в прессе, там тот же Примар наш, в Примарии, везде, что мы получили 2 миллиарда за последние 10 лет. Мы не получили, мы взяли их в долг, который нужно будет отдавать.
И вот эти деньги, которые мы берем, 50 миллионов с чем-то там, нужно будет отдавать. А как отдавать? Их включат в тариф. И Анре подтвердит, подпишет, потому что есть, да, действительно, да, есть документы, подтверждающие, что это нужно отдавать. Как эти деньги тратятся, нас туда не допускают, потому что это так же самое и с дорогами, так же самое и с АП-канал. Почему нас не пускают? Потому что это БЕРТ финансирует. И значит, БЕРТ проверяет там все. А когда мы обращаемся в Банк экономического развития, они нам сообщают, что... Мы финансовая организация, мы проверяем состоятельность АП-канал на то, чтобы вернуть долги. А что, как они его тратят, эти деньги? Они взяли в кредит, это они уже дальше. На функциональные это уже не... Да, то есть они не проверяют, они не проводят аудит, то как потратили. Были ли эти средства распределены на какие-то повышенные, да, зарплаты, это не докопаться. В том-то и дело, понимаете, и сейчас проходит, сейчас почему шум с этой краской, с этим всем? Для того, чтобы незаметно провести тендеры по... Вот почему-то про краску говорили целый час на оперативных заседаниях, потому что провели, если я правильно услышал, 27 миллионов или что, Дана Херц заявила, что провели тендер на 27 миллионов по реабилитации очистных сооружений. То есть это так, короткой строкой сказали, и все, и люди об этом. А потом, когда... То есть, они вроде бы не умолчали. Да, вроде бы мы сообщили всем. Ну, понимаете... И... Но между прочим. Да, между строк, и поэтому тут много вопросов. И первый вопрос, самый главный, это транспарентность. Транспарентности в примарии нету. Сколько мы бьемся, сколько мы это, они, видите, блокируют нас. То закон принимают о статусе муниципия, чтобы мы не могли. Мы посылаем запросы, они нам пишут отписки. Мы подключаем, пишем запросы в разные силовые структуры, это ЧИНЯ там, и другие. Они также самое отписки, что... Идет проверка, идет там заведено дело, и все. И нету движения. А люди с каждым днем все хуже и хуже живут, и почему-то все молчат. И мы выходим, опять же, вот предвыборная кампания, конечно, закончилась, но мы выходим на выборы, и в любом случае их пугают людей танками, там, чем-то. Но люди забывают о каждодневных расходах, о каждодневных проблемах с этими ЖКХ. Ну, мне кажется, результаты последних президентских выборов – это тоже своеобразный ответ на ожидания простых людей. Потому что ожидания от, так сказать, от новой власти в реформировании, ну, не знаю, ну, в общем-то, в ожидании того, что это как принцип домино начнет влиять и на остальные структуры, на остальные, так сказать, составляющие нашей жизни, что появится какой-то сигнал, ну, знаю, к центробежной силе, которая будет набирать обороты. Ну, тут, в общем-то... Здесь что еще хотел бы добавить, что ЕБРР как структура очень правильно как бы ответила для себя, что они дают деньги, но анализируют только финансовую состоятельность тех, кому, то есть, если они могут вернуть потом эти деньги в срок и так далее. То есть это их забота. Вот, но далее, вот, это уже наша забота, что эта структура здоровая или нездоровая. Потому что если, опять же, давать деньги нездоровой структуре, которая не транспарентна, будет их тратить, не знаю, там на тонны краски просроченной, и не знаю, как организуются эти тендеры. То есть они сами для себя знают, потому что во всяком случае есть и исследования экономические, которые говорят, что в странах с большой коррупцией, которой Молдова является, именно самые большие кражи происходят именно вот про этих тендеров, когда они происходят не знаю как и уже заранее известным победителям. То есть вот здесь мы должны четко и хорошо знать, на что будут тратиться эти деньги и нужность, вот на, потому что то, что было закуплено определенное количество краски, но не были закуплены, не знаю, трубы с изоляцией для того, чтобы изолировать потери. То есть нецелевое распределение средств. Это в энергетике, в нашей энергетике это очень заметно, потому как у нас потери по теплоснабжению очень большие, потому что те, которые цифры официально даются, что их примерно 20-20, это не реальные цифры, потому что там включаются не все потери. Они намного больше вот, по теплотрассе. И далее, вот цифры по нормативам,
опять же, Молдова-Газ и НРЭ, опять же, есть очень большой конфликт, какие будут эти нормативы потерь, потому что реальные нормативы, реально получается намного меньше, и по всем странам намного меньше, а у нас в Молдове самые высокие. То есть здесь тоже появляются такие зоны конфликта, и здесь мы должны очень хорошо понимать и подходить к этому вопросу профессионально, не с политической точки зрения, что у нас там кто-то из наших партийных лидеров, или кто-то, или они распределили, это не входит в нашу епархию. Это, в конце концов, это деньги наших с вами сограждан. И мы должны все понимать, это очень четко и очень профессионально при каждой точке. Особенно тарифы. Тарифы — это у нас очень щепетильный вопрос. Каждый раз, когда они изменяются, каждый раз, когда что-то там включается, это очень чувствительно для нашего общества. Потому что наше общество такое, как оно есть, у нас очень малые доходы, и эти доходы в основном тратятся на покрытие вот этих тарифов по свету, по теплу, по воде. То есть мы должны это очень хорошо понимать. Ну, я как бы постеснялся называть наши городские власти или чиновников не профессионалами, потому что видя там то, как профессионально происходит отъем средств, в данном случае у кишиневцев, у жителей других муниципий, посредством тарифов. И наверняка в этих тарифах заложен определенный потенциал, который можно, если их пересмотреть, то можно увидеть и момент, когда помочь горожанину выполнить обязательства перед поставщиком и в то же время увидеть, ну, такую золотую середину, в то же время дать возможность не задохнуться тому же поставщику в собственных проблемах. Ведь ну, мне, простому обывателю, было бы понятно, если тот же АПК-канал берет кредит, пусть он берет из расхода, ну, из расчета о своей прибыли. То есть я заработаю вот на предоставлении своих высококачественных услуг, предоставляю такую вкусную, полезную питьевую воду или там другие услуги, предоставляю, и заработав определенные деньги, смогу взять кредит, выплатить его из своих обязательств. Так получается, что перераспределение. Мы тут берем, пользуемся, а за все рассчитывается простой горожанин. Когда говорят о тарифной политике, как правило, всегда задевают еще и такую тему, как реформирование ЖКХ, потому что здесь, наверное, одно без другого практически не существует. Есть ли необходимо сегодня, вот в данном случае в Кишиневе, не просто говорить, а реализовывать такую реформу ЖКХ? И в чем бы она бы выражалась? Вот вопрос, начнем с вас. Реформа ЖКХ необходима давно. Но этим вопросом никто не занимается, не занимается. Много разговоров, много говорят. Но единственное, к чему сводятся все их разговоры, это то, что убрать ЖЭКи, вся их реформа. Mm-hmm. То есть выделите нам какие-то деньги, мы на эти миллионы, дайте нам кредит по несколько миллионов, мы на эти миллионы уберем ЖЭКи и организуем ассоциации домовладельцев. Но начали внедрять эту программу по ассоциациям. Есть дома, которые уже отказались от ЖЭКов, перешли на ассоциации. Но вы даже, то есть не, телезрители даже не догадываются, насколько в запущенном состоянии сейчас находится ЖКХ. Выходят утром, да, дворы там, то, что не ухоженные, то, что не вкладываются деньги, то, что тротуары разбиты. Но они смотрят, что подметается кто-то, как-то там подметается. Дворников наблюдают. Но как системы нету никакой. То есть это так, это по старой памяти, ЖЭКи там что-то подметают, в ассоциациях там где-то они арендуют, где-то они там платят зарплату какому-то дворнику, где-то не платят. Но централизованно, чтобы эти ассоциации кому-то подчинялись, даже не подчинялись, не так, с кем-то сотрудничали. То есть какой-то орган, который бы контролировал эти ассоциации. То есть, например, там на несколько ассоциаций должен быть свой сантехник, свой дворник. Мы должны системно подходить к этому вопросу. Нельзя просто убрать, скажем, давайте сегодня уберем ЖЭКи полностью, и все, и пусть люди разбираются. И так эти на плечи людей легли все проблемы. И так эти ЖЭКи мало что делают. Но хоть что-то там еще как-то движется. Если мы полностью сегодня откажемся, новой системы у нас нет. Альтернативы у нас пока нет. Четкого понимания, как завтра должен развиваться город, или элементарно вот в плане ЖКХ, у нас нет. И поэтому взять несколько миллионов там кредит, будет, сейчас найдутся у нас ребята, которые скажут, дайте нам несколько миллионов, и мы откажемся от ЖЭКов. Ну а дальше что? Дальше пустота.
Поэтому... Нету стратегии развития. Весь город развивается. У нас, куда ни посмотри, везде развивается хаотично, везде. То есть, за что бы мы ни брались, опять же, возвращаемся к тем же дорогам, к тому же транспорту, к тому же всему строительству в городе. Ну, любое, вы посмотрите, за что мы ни возьмемся, все хаотично. Нету какого-то общего. Ну, все сводится к тому, что у города нет хозяина. Пока у города не появится хозяин, который будет контролировать все эти процессы, от которого будут отходить все эти ниточки, мы так и будем жить. Вот ну, в этом. Смену хозяина ждать придется только, когда грянут выборы. Я так понимаю, что ситуация с референдумом по отставке Дарины Киртуака пока еще зависла. Да. И тут уповать только лишь разве что на свое терпение, наблюдать за тем, что происходит. А система, отсутствие системы, мне кажется, это как раз один из тот же поводов, который требует обсуждения. Почему, как вам кажется, вот сегодняшняя городская власть не стремится наладить систему в, допустим, в том же дорожном строительстве или в той же, не знаю, пересмотре условий существования ЖЭКов? Здесь, думаю, им с экономической точки зрения так выгоднее. Если добавить еще к тому, что было сказано при реформе, что для того, чтобы сделать эту реформу, нужно, чтобы некоторые условия были соблюдались. Сейчас самая большая проблема – это, скажем так, инженерные сооружения домов, потому что здесь вот пойдут самые большие экономические вложения или что-то с ними нужно делать. Потому что элементарно, скажем так, водоснабжение каждой квартиры идет через во многоэтажные, через другие квартиры. То есть здесь уже распределение зон ответственности и собственности. Опять же появляется проблема, потому что каждый жилец не может быть ответственным за свою, потому что проходит труба через его дом. Далее, по теплоснабжению. Опять же, давно уже у нас дискутируется о том, чтобы сделать его более эффективным и сделать параллельные, то есть не стоячное теплоснабжение, когда, например, на кухне одного человека, если отключить батарею, то все кухни всего дома, то есть на стояке отключатся. Здесь тоже. То есть надо сначала решить вот определенные такие проблемы, которые, скажем так, если есть воля, если есть не только с примарией, но тут нужно и всем объяснить гражданам, что и здесь подключить и АП-канал, и термоком, и то есть все эти структуры, это все решается. И тогда уже может сдвинуться с места, и мы сможем как-то сделать лучше. Потому что пока вот эти инженерные проблемы, которые требуют вложения, потому что здесь понадобится вложение для того, чтобы переделать даже ту же водоснабжение, чтобы она была стоячей, но с каждого подъезда. Или теплоснабжение, чтобы то же самое. И тогда уже каждый может регулировать свое количество тепла, чтобы не люди не говорили, что вот столько-то или столько-то пришло, что есть определенные, что они сами могут регулировать так же, как и свет, так же, как и воду. Но в конце концов, ну, будет и определенная постоянная компонента, но и вот это регулируемое. Ну, понятно, что все это может потребовать дополнительных капитальных вложений, финансовых вложений. И, так сказать, ну, вот исходя из этого лучше, чтобы просить кредиты вот на такие вот инфраструктурные изменения, где реально будет видно, какие есть отдача. А вот на изменения, которые только чтобы ликвидировать ЖЭКи, или чтобы, то есть здесь не видно вот эта экономическая, скажем так, составляющая, что она даст в будущем реально. То есть какие экономии, вот если мы вложим в то, чтобы сменить систему со стоячной на параллельной, там уже видно реально, какие будут далее экономии. То есть каждый человек уже сможет регулировать у себя. А вот то, что реформы какие-то здесь, может, господин советник знает лучше, какая у них логика там по реформированию, но как-то с экономической точки зрения нам еще не видна вот это. Я так понимаю, что, смотрите, городские власти с бюджетом уже по-своему разобрались следующего года. И вот чего ждать кишиневцам, на ваш взгляд? Повышение тарифов буквально в следующем году наверняка грядет. С учетом того, что вы говорите, ну, что наверняка поставщики электроэнергии переоценят свои услуги. Я, ну, в общем, все мы в ожидании зимних заморозков, значит, соответственно, увеличение потребления гигакалорий. Понятно, что никто не стремится уменьшить потери АП-канала, значит, опять кота партии будет всегда завышена. Ну, как думаете, насколько это все затянется? Увидим ли мы свет в конце тоннеля? Ситуация намного хуже, чем мы даже себе представляем. То есть даже страшно то, что повышаются тарифы, то, что повысятся тарифы, то, что администрирование у нас плохое, то, что никто не занимается этим вопросом. Тут еще другое. Наши службы, так же самое, как АПО-канал. У нас изношенность сетей
АП-канала 60%, это по ответу от АП-канала. 60% сети изношены. То есть в любой момент могут прорвать. То есть сети у нас в плачевном состоянии. В среднем в год они должны менять полностью на новые сети 70 километров сетей. А в финансовом выражении это сколько денег? Вот этого кредита, которого мы так уповают, вот свыше 50 миллионов евро, им хватает хоть? Не, ну кредит, основная часть кредита там уходит. Там, самое интересное, что кредит, насколько я знаю, по моей информации, там основная часть кредита уходит на эти очистные сооружения, то, что нужно, я согласен. И давно нужно решать этот вопрос, и этот запах, опять же. Но основная часть кредита уходит на очистные сооружения, на замену транспорта, то есть автомобили, там, оборудование и еще чего-то. На замену сетей как таковых там очень маленькая часть этого кредита. То есть теоретически мы придем к тому, что кредит проедим, потратим, А сети как были 7-60%, а еще пройдет время, у них уже будет все 70% изношенности сетей, так они и останутся. И опять мы останемся с этими сетями. А значит увеличение потерь? Значит увеличение потерь. Значит, опять же, та же ситуация, не лучшая ситуация, даже еще хуже в термоэлектрике. Там мало того, что изношенность сетей, там еще и ТЭЦ-1 они отключили сейчас. ТЭЦ-1 законсервирован. Они уже там, по нашей информации, думают, сколько металлолома уже должны провести этот тендер. Тендер на то, чтобы какая-то организация оценила, сколько там металлолома. Потом они, не знаю, будут строить там что-то. То есть ТЭЦ-1 сейчас она не работает. Практически уничтожена, получается? Ну, сейчас они ее законсервировали. Что такое законсервировали, я так понимаю... Подготовка к уничтожению. Подготовка к уничтожению. ТЭЦ-2... из трех блоков, которые работают, которые должны работать. Значит, в рабочем состоянии один блок и в полурабочем состоянии второй блок. То есть третий блок не работает. Второй блок, если выйдет из строя, то город просто замерзнет. Вы представьте себе, замерзает город, это замерзают трубы, это замерзают стояки и батареи. Сколько миллионов? Какие, что мы будем делать? Вся кровеносная система снабжения теплом города будет уничтожена. Уничтожена. Но это еще и атака на энергетическую независимость страны, или, скажем так, на энергетическую безопасность, так как у нас и так, скажем прямо, очень малые установленные мощности. У нас установленная мощность по электрической части едва ли покрывает 22-23% из того, что мы потребляем. То есть стране, которая находится в таком вот положении, у которых мало, и еще закрывать определенные мощности, скажем так, ТЭЦ-1 или другие вот блоки, определенные блоки от ТЭЦ-2, это считаю, что... есть преступление или предательство. Ну что, с энергетической точки зрения мы и так очень уязвимы. И такую роскошь, как закрытие определенных блоков, потому как мы говорим, что они неэффективны, это тоже. Но и ту неэффективность, которую они мотивируют этим, это тоже еще не предоставлено достаточно документов. Потому что есть расчеты от Института энергетики, Академии наук Молдовы, которые говорят, что ТЭЦ-1 в условиях... 4 и 1 квартала, это условие, скажем, с октября по апреля, функционирует очень эффективно. И для горячего водоснабжения в летнем периоде лучше использовать ТЭЦ-1. То есть здесь вот мотивация закрытия, мотивация консервирования и подготовки к уничтожению здесь очень зыбкая, скажем так, и только исходя из того, что есть определенные другие, может, интересы, которые их проталкивают на то, чтобы закрыть определенные производящие мощности. Но мы, как страна, это не имеем права в условиях Молдовы закрывать определенные производственные мощности, особенно по теплоэнергии, которая здесь в Кишиневе другого большого поставщика не будет, и по электроэнергии. Да, это не все электроэнергии мощности Молдовы, но определенная часть. И ни одну часть мы не имеем права закрывать сейчас. Мы должны, наоборот, открывать новые. Мы должны, может, и возобновляемые источники, но никак не закрывать уже существующие мощности, особенно если их еще можно эксплуатировать. С некоторыми там поправками, с некоторыми мелкими инвестициями, но это еще будет функционально еще очень много лет. Но это... Ну вот сокращение этой мощности по выработке электроэнергии можно и рассматривать не только как удар по национальной безопасности, но в целом какие преступления против
страны. Однозначно. Мы, то есть, страна... Такую квалификацию дать этому деянию. Да, потому что это именно так и есть. Страна должна вырабатывать, как и нормальная страна, 75% электроэнергии собственными ресурсами. Мы в районе, ну, я знаю цифру 15, там, до 15-17%. Это в зависимости от каждого года. Да, да, неважно, 20%. Мы сейчас вот от того, что закроют ТЭЦ-1, там ТЭЦ-2, там идет когенерация, то есть идет и выработка электроэнергии. И сейчас мы опять еще снижаем. То есть мы основную часть, мы дойдем до того, что всю электроэнергию мы будем закупать. И тогда мы будем зависеть от поставщиков. Это. Сейчас есть возобновляемые, то, что солнечная энергия, есть ветряная энергия. Мы этого ничего не развиваем, у нас ничего не развивается. Ну, эти в мире доля вот этих возобновляемых источников энергии, ну, растет, но она еще не настолько велика, чтобы полностью, например, та же Европа могла отказаться от газа, угля и... Ну да, пока не на том уровне, чтобы позволить себе такое, но есть определенные интересы, есть определенная заинтересованность стран, чтобы они развивали. У нас даже такого не наблюдается, чтобы страна была как-то заинтересована, чтобы помогала хотя бы. Потому что те мощности по солнечной, по гидро, или то есть по возобновляемым источникам у нас очень малы. И не видно, чтобы они, технологии очень развились. За последние 10 лет в этой области они очень развились, но и могли бы быть использованы и у нас в Молдове. Потому что посмотрим рядом, есть в Румынии, даже в Украине. Ситуация такая же, как и у нас, скажем, с экономической точки зрения. Но у них уже довольно более широко развит этот сектор. Ну, им наследство досталось чуть больше, чем Молдове. Тем не менее, знаете, хотелось бы, чтобы наши власти думали, они действовали, как, опираясь на собственные инстинкты. Вот мне такое ощущение. Ну, вот под занавес нашей сегодняшней встречи. Я понимаю, что площадка для решения городских проблем, проблем горожан в виде муниципального совета сегодня заблокирована тем, что принят закон о муниципе Кишинев и, ну, в общем-то, так сказать, сковали муниципальный совет. Но все-таки есть какие-то рычаги влияния на изменение ситуации? Или, может быть, стоит задуматься над тем, чтобы найти другую площадку, которая могла бы повлиять на исход событий? Потому что наблюдать за тем, как будут расти тарифы и таять семейные бюджеты, это, ну, наверное, роль не самая лучшая. По тарифам не знаю, если наша площадка что-то сможет изменить. И как-то по администрированию более, да, мы показываем, мы вскрываем все эти схемы, мы вскрываем все эти недоработки. То есть, чтобы вы правильно понимали, чтобы правильно понимали телезрители, мы не приходим просто с критикой. Мы приходим с научно обоснованными фактами. Мы показываем пути решения. То есть мы четко говорим, ребята, вы неправильно, вот не надо, вот не всегда наши проблемы от того, что воруется, и от того, что коррупция, в основном, но есть много из-за недоработок, из-за непрофессионализма. Потому что управляют теми же предприятиями, либо управлениями муниципальными, управляют люди не совсем профессионально. Из-за того, что они не хотят, не умеют, не могут, нет времени. Но непрофессионально. Из-за этого теряются деньги, неправильно вкладываются деньги, неправильно ставятся приоритеты. И вот мы их пытаемся направить по правильному пути, для того, чтобы мы не говорим, надо вот первый шаг, мы предлагаем первый шаг, вот первый раз, два, три, и как в итоге, как на выходе. Так же самое, вот коллега тоже участвовал, мы провели круглый стол по термоэнергетике. И академики Академии наук Молдовы пришли с расчетами и показали, где можно взять и какие шаги можно предпринять для того, чтобы снизить тариф на 100 лей. Они не приходят ни примария, ни Андрея, ни представителя министерства. Они никто не пришли, им это не интересно. Им это некогда, я не знаю. Хотя были очень точные расчеты, и были люди, которые понимают вот в этом тарифной. И даже там же вот на круглом столе было представлено, почему не надо закрывать ТЭЦ-1. И, ну, опять же, не было никого из людей, которых могут повлиять. И через какое-то время или до того, то есть там это, повысился тариф на гигакалорию. Когда мы предлагали пути решения, как можно снизить его. И так же самое по всем направлениям, так же самое и по воде. Ребята, давайте мы, не можете вы, обратитесь в муниципальный совет, вместе возьмемся и наведем там какой-то порядок, сделаем, посмотрим, куда расходуются деньги. Если
Те же самые муниципалитеты. Они расходуют бюджетные деньги, либо деньги горожан. Но это закрытая информация, это секретная информация, это секретный объект. Термоэлектрики там вообще, они сейчас закрылись и вообще никого туда близко не пускают. АП-канал тоже, сколько мы... То есть транспарентность раз. Только прокуратуру по антикоррупции, видимо. Прокуратуру, пускают. Не знаю, куда их там пускают. Угу. Транспарентность раз, для того, чтобы каждый житель Кишинева видел. И тогда он по-другому будет относиться ко всему. И тогда даже если действительно, если все это показывать, вот потратили туда, вот это повысилось, и человек будет понимать, почему повысился тариф, как-то по-другому. А так они все закрыто, ночью приняли правительство, там где-то в закрытом помещении повысили тарифы. Тоже ночью. Тоже ночью, и вы платите. Здесь нужен институт гражданского общества, во-первых, развивать. Может, гражданской позиции, чтобы люди сами организовались и все это дело как-то влияли, организовали хотя бы прессинг. Ну и второе, что заметно, что нету закона. То есть закон не действует, он есть, но он не действует. Потому что когда были представлены, вот как говорят коллега, что представили, что вот там были потери, там были нецелесообразные использование средств и так далее, и даже коррупционные схемы. Это все должно было сразу же на второй день или в тот же день было быть в ДОСАР, прокуратуры, там ЧНА или другие органы. Но это все не происходит. То есть здесь у нас есть обрыв в этой цепочке. Если цепь не целая, то есть то, что было украдено и далее, никакого дела не заведено, это уже, скажем так, это уже вопрос к другим органам. Да, миллиард украли, что про воду какую-то рассказываете нам, да. Но вот система защиты потребителей, которая вроде как существует в нашей стране, вот она способна влиять на происходящее? Ведь я не слышу нигде вот правозащитников, которые там говорили о том, что я вот представляю организацию по защите прав потребителей, я понес уже дело в суд, и вот сейчас мы выиграем, и тарифы будут ноль. Старался поменьше о политике сегодня, да. Но в любом случае... Политика – это неотъемлемая часть нашей жизни. Надеюсь, что сейчас изменится судебная система, прокуратура. Будет назначен новый прокурор генеральный. Пока судебная система не начнет работать, пока прокуроры не будут заводить дела и судьи не будут осуждать, мы ничего не добьемся. То есть, да, люди, может быть, и хотят чего-то добиться, но они обращаются в судебные инстанции, они обращаются в силовые структуры, и там нету... Там то есть, возможно, ответ. Есть такие правозащитники, но мы их не слышим, потому что результаты их обращения... Нету результатов. Пока нету результатов, все это давит, душит. Знаете, все это, позволю себе такую эмоциональную оценку происходящего, все это смахивает, знаете, на геноцид. Потому что, в принципе, это такое целенаправленное... С улыбочкой на лице, пожалейте нас, мы берем кредиты, все, да. Целенаправленное уничтожение собственных граждан. И это как ни печально, за всем этим наблюдать, но это сегодняшний факт. И если кардинально не менять ситуацию, то мы, честно говоря, будем наблюдать то, как не то, что сократилось население Республики Молдова, но и сегодня продолжает утекать из страны буквально. Но мы увидим, что здесь просто некому будет жить, некому будет работать, и останутся те пенсионеры, которых нигде никто не ждет. В завершение передачи хочу немножко не все внести позитив. Да, позитив. Все-таки вот есть молодежь, которая остается, которая борется, эксперты, которые высказываются, не боятся высказывать. Есть даже в муниципальном совете, посмотрите, сколько молодежи. Мы боремся, мы не боимся, мы идем на пролом, мы идем, добиваемся чего-то, мы показываем людям, мы их немножко, вскрывая все эти схемы, они уже боятся наступать на какие-то, то есть не идут по беспределу, как было так же, те же самые там пару лет назад. То есть сейчас в любом случае гражданское общество, мы, чтобы вы понимали, мы та сила, которая совместно с гражданским обществом что-то меняем к лучшему. То есть мы стараемся, мы идем, и результаты видны. Даже тот же результат, что сейчас на выборах показали, что две оппозиционные силы вышли в финал, это показывает, что все-таки мы чего-то добились. И единственное, что я могу обещать, что мы это так не оставим. Ясно. Время наше конечно, видимо, в отличие от протечек АП-канала. И под занавес, наверное, процитирую сам себя, скажу еще раз, напомню то, что говорил, что результаты, вот как и вы сказали, результаты президентских выборов – это такой ответ людей на вопрос, желают ли они изменений к лучшему.
И, наверное, вот этот результат, наверное, подталкивает нас, ну, не знаю, к оптимизму. Будем так говорить, что все-таки начнутся какие-то позитивные изменения. Главное набраться сил, терпения и, ну, и, наверное, как можно максимально участвовать во всем этом. Потому что просто наблюдать за тем, как кто-то будет за тебя бороться, это, наверное, не самая лучшая гражданская позиция сегодня. Поэтому я каждый раз часто, ну, пытаюсь в наших программах призывать всех активно участвовать в изменениях нашей жизни. Надеюсь, кто-то и до кого-то и достучимся. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Не знаю, насколько было все внятно, и мы сумели объяснить нашим зрителям, что за всем этим скрывается, за всеми этими тарифами и как они формируются. Хотя, в общем-то, не эта цель ставилась, а ставилась цель о том показать, что, в общем-то, мы находимся в объятиях определенного такого спрута, который, ну, надо эти объятия разжать и начать строить город по-другому, строить нашу жизнь. Будем ждать вас в следующих эфирах и обсуждать темы, которые будут интересовать наших зрителей. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Виталий Мукан и экономический эксперт Сергей Унгурян. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго.